time. Всем привет, всем привет! С вами Лига Music Wars. Небольшая заставочка. В общем, я как раз успеваю на охоту от 8 вечера до 9 вечера. То есть это моя первая. Начинаем по видео, как обычненько. У меня 1800 место, 4 миллиона в общей сложности набрано. Посмотрим, сколько мы сможем набрать за 2 в общей сложности часа. Ну, а кому не интересно, можете сразу перематывать наконец, а там все понятно, в общем. А дальше, ребята, я вырежу отдельно из видео глюки с полным зависанием. Ребят, даже сделаю на 1x, вот специально. И у меня этих глюков на саму, получается, дрожь земли, у меня целая гора. Я не могу нормально, ребята, открывать монстра кубки, как я раньше открывал. Я вообще не могу нормально бить. И я 100% знаю, что я не один такой, потому что недавно в чате я вычитал, в общем, то же самое, что пишут ребята. То есть, у кого глюки, напишите. Кто-то прямо пишет, типа, разрабы, черти там и так далее. Короче, в общем, на них ругаются, типа, оптимизируйте игру, играть невозможно. В общем, я того же самого мнения. После того, как дрожь земли немного проапгрейдили, то есть немного изменили структуру, выпадение, получается, там, торнов, выпадение кристаллов, все идет большим лесом теперь из-за того, что, короче, оптимизация игры страдает. Ну ладно, ребята, дальше только глюки, в конце открытия сундуков, все как положено, смотрим. Ну и обязательно лайк, ребята, ставим, подписываемся на канал, вы же на лиге все-таки Music Wars.
Ну вот и закончилось наше чудо зависания. 2 часа веселья у нас прошло. Ребят, я потратил 300 мутагена на все про все. В общем, хорошо прошелся. В общем, меня вытесняют, конечно, ребята. 356 место. Я очень хорошо протопал. Вот, ну сейчас, кстати, вот тут такая небольшая тема о том, что надо, говорит, открывать. Вот золотые, ребята, ключи, которые вот у меня были, у меня всего их 11 штук. Я их оставлю на после акции, так как у нас осталось еще час. А вот серебряные, короче, я, ну, большинство из них открываю, чтобы проапгрейдиться, потому что я посмотрел, ну, не очень удачно, короче, у меня идет открытие их. Ну вот еще надо чуть-чуть. Давай, ну еще один. Давай, открываем. Ну и все вроде, да? Да, все хорошо. Все, теперь оставшиеся ключи, то есть, соответственно, я оставляю. То есть 14 и 11 мы сейчас их откроем дальше. Ну, а так, по итогам, ребята, 15 энергетиков. Еще докупать буду, потому что как бы еще глаза есть. Вот, будем потихонечку их убивать. Короче, ключи я все скупил. Это все, вообще все выкупил. То есть хорошо прошелся. Дальше мы, короче, нафигачили 145, ребята, боев. Мои энергетики с дисков еще до сих пор остались. Так, а этот открылся. Так, это на клубе еще час у меня осталось. У меня 400 дисков, вообще не знаю, куда их девать. Даже проапгрейдил оружие. Сейчас покажу. Вот так вот, короче, засунул теперь на второй уровень, что тот, что этот. Эх, блин, где же этот биржевой кризис? Ну, это 100% какая-то там под это. Ну что, ладно, давай-давай, разговаривать не будем. Сейчас будем открывать сундуки. Ну и где мой биржевой кризис? Куда он девался? В общем, что-то какая-то, короче, засада. Даже техподдержка, короче, ничего не говорит. Ну ладно, мы же здесь не за этим, мы же открывать сундуки собрались. Вообще такой, я тут заговорил за тот вообще. Так, хочу сказать, хоп! Фон сменился. Ладно, что же всегда на фоне Music Wars. Ну ладно, ребят, сегодня у нас 14 таких ключей и 11 таких. Вы видели уже, наверное, все, кто в ВК смотрел и в группы заходил, видели, что там и люди вытаскивают и по 4000, и по 6000 торнов. Ну а мы сейчас, наверное, так, у нас 90, ну, тысяч вот тут вот торнов. И мы сейчас вытащим, давайте, тоже на 90 тысяч торнов, чтобы у нас было 90 тысяч. Ну ладно, короче, в общем. Давай, поехали. Быстро, легко, непринужденно. Хорошо. Давай. Вот прям еще 200. Че? Я думал, перекрутили. Нет. Все нормально, 85. 60. Нет, 80. Давай, еще 80, да? А, не, 75. Вот мне ваши кредиты, вот ну нафиг мне не спились, а. Торны, торны. Где мои торны? И куда девались? 10 тысяч кредитов. Все, я теперь богатый. 85. 165. Ну, о, отлично, хоть 250 выпало. Ну, по 70, короче, вообще. Ну, ребят, как вы помните, да, по 70 это несерьезно. 8 сотник. 36, зато 1000, смотри, 188 уже. Нифига себе тут. Прям 810. Давай, 3000! 145! Я ради чего золотые ключи брал? Ради 45, нет, 170. Вообще ужас какой-то. Не, ребята, это, конечно, эпик. Ну, хотя бы по 600, блин, ну хотя бы 1000, тогда я один раз, один. Блин. Ну, кстати, вот эти вот штуки вообще не интересуют, вместе как с кредитами совсем. Последних два. И барабанная дробь. Да, конечно, и ринги, и все меня, короче, не интересует. Почти 500 тысяч, ребята, имею в виду, с ключей. В общем, это все сразу резко потратить. Так, торнов мы, короче, получается, вытащили. Ну, сколько? 6. Ну, давайте 6 тысяч, короче, вытащили в общей сложности. Плюс 2,5 мы получили. 8,5, короче, получается, с дрожи земли. Ну, по-моему, более-менее адекватно. В общем, все, короче, ждем, ребята, биржевой кризис. Я очень жду биржевой кризис.
В общем, такая, короче, нелегкая ситуация. Прям все ждем, а эффекту, короче, нет никакого. Ну ладно, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Все, кто испытывал такие же глюки, ребята, при дрожи земли, обязательно ставим лайк. Обязательно. Ну, в общем, в техподдержку писать по поводу оптимизации, короче, эффекту нету. Сколько, короче, в чате не писали, нигде, в общем, эффект нулевой. Ну ладно, ребят, всем пока, всем счастливо, спасибо, что смотрели, спасибо, что заходите. Ребята, простите за стрим в субботу, совсем был в плохом состоянии. Поэтому до субботы, если меня не сложит, конечно, куда-нибудь в больницу или куда-нибудь отправить меня на море отдыхать. Ну ладно, ребят, счастливо, счастливо, счастливо.